Ну что ж, пришло время рассказать о моем отдыхе в Доминикане. Я провела там целую неделю в конце мая, и вот что я скажу. Номер у нас был огромный, просторный, очень красивый. Это, пожалуй, самый большой плюс. Природа меня сильно не впечатлила. Если сравнивать с Грецией и Турцией, то это такая же тропическая страна, тропическая природа, тропический климат. Из развлечений особо ничего не было, так что развлекали себя сами как могли. А пляжи меня немного расстроили. Или постоянными водорослями и камнями, о которых мы не раз поцарапали наши ножки. В целом скажу, что, на мой взгляд, это довольно переоцененный курорт, но, возможно, мы просто попали не в тот город и не в тот резорт, поэтому стоит дать ему второй шанс.